Вас приветствует канал Fire News. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А мы начинаем. Продюсер Барри Алибасов заявил, что его отравление вызвало шок у близких, а его жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, попала в больницу и до сих пор не пришла в себя. О состоянии своей жены и о том, как близкие восприняли его отравление жидкостью для чистки труб, Барри Алибасов рассказал в эфире программы «Центральное телевидение». «Ситуация, которая сложилась вокруг моей неожиданной болезни, подкосила нас всех. Мы сбились с ритма и стали болеть. Лида, конечно, переживает, она по сей день в госпитале. Мы были в шоке», — заявил Барри Алибасов. Он также опроверг информацию о том, что его отравление — рекламная кампания. «Никому не пожелаю такой рекламной кампании», — заявил Барри Алибасов. Ранее стало известно, что Барри Алибасов выпил жидкость для чистки труб и попал в реанимацию. По данным РИА Новости, врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня сын Барри Алибасова рассказал, что его отца выписали из больницы. Спасибо за просмотр.